Вернуть улице Пушкина историческое название предлагает город-администрация коммунист Андрей Автанеев. А именно, переименовать Пушкина, где сейчас располагается здание регионального правительства, в старую заднюю. Напомним, что коммунисты выступали против Шереметьевского проспекта. И теперь улицы, по которой каждый день ездит на работу губернатор, они предлагают вернуть неблагозвучное название 18 века «Старая задняя». Как поясняют краеведы, это название официально не утверждалось в то время ни городской думой, ни городской управой. В 1872 году улица стала носить название Бурковская, потом ее переименовали в Михайловскую, и уже в 1937 году улица стала носить имя поэта Пушкина. Тем не менее, комиссия по топонимике предложение Андрея Автанеева рассмотрит на ближайшем заседании.